Кто-то спрашивал Коробка про бунт в Тундре, его мнение. Так уже дня 3-4 назад написали. Но я сказал то, что разрабы там этот, дураки, пиздец. Под ВГшников закосили, блядь, обоссались и все. Причем нет, даже не так. По рассказам, что я слышал, тундровцы вообще никогда не прогибались и делали, что хотели. Да, и... А тут они... Слабый танк, кстати. А тут они, типа, обоссались, им какие-то требования выкатили, ну и они обосрались нахуй от страха. Вот. А ВГ они наоборот. ВГ, типа, они не ждут, когда кто-то им что-то скажет. Они просто сразу обоссываются от страха и заранее все нахуй отменяют, блядь. Вот. Ну, то есть, они обоссались от страха, нахуй, и все. Чисто обоссались. И все. Ну, типа, они, насколько я знаю, они там не то, что вот эту хуйню отменяют, которую хотели вести, это еще ладно, это еще полбеды. Они там чуть ли не собираются делать игру, так как говорят додики. Ну, хотя, может, такая реакция выжидательная, нас в ноль здесь выебут. Может, такая реакция выжидательная, типа, да-да-да, игроки, да-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 да, мы вас слышим, мы все сделаем, как вы хотите, честное-честное-пречестное слово, нас в ноль тут закрывают. Thank you.